В интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу. Поженились постояльцы учреждения в Алданском районе. С торжества репортаж Татьяны Вахниной. Пела и плясала свадьба в стенах интерната престарелых и инвалидов поселка Ленинский. Узаконить отношения, коим без малого 6 лет, решили проживающие интерната Любовь Энгель и Владимир Акишев. Познакомились, понравились друг другу, ну как бы стали встречаться. Вот прошло 5 лет, они решили оформить свои отношения. Создание ячейки общества в ленинском интернате – дело невиданное. Для регистрации брака в интернат была приглашена сотрудница Алданского ЗАГСа. После обмена кольцами настал черед поздравлений и веселья. Свадьбу играли всем миром. Проживающие сотрудники интерната стали не просто гостями, но и устроителями веселья. Организовано силами сотрудников, силами проживающих, силами интерната и плюс еще самих молодоженов. То есть там все у нас в сборе, все. Невеста Любовь Энгель является самой молодой проживающей интерната. Ей всего 37 лет. Вследствие падения из окна 9 этажа Люба осталась инвалидом. Кардинальных перемен в жизни уже не ждала. В 2010-м она приехала в Ленинский. И здесь встретила Владимира. Он хороший. Помогает мне во многом. Любит меня. С бракосочетанием Любовь поздравили брат и старшая дочь. Родные искренне рады за Любу. Ее избранника они сочли достойным. Владимиру Акушеву 52 года. Был один на белом свете, пока не встретил Любу, признается мужчина. Перед свадьбой Владимир заметно волнуется. Неудивительно, для него это первый брак. Дружили уже 6, почти 6 лет и решили пожениться. Регистрация брака, убеждены молодожены, мало что изменит в их отношениях. Люба и Владимир вместе без малого 6 лет. Долгой и счастливой жизни. И пусть дом, а в случае Любы и Владимира комната, будет как полная чаша. Добрые пожелания в этот день не иссякали. Совместная жизнь будет сладкой, а лидером в их семье останется мужчина. Это подтвердили традиционные свадебные конкурсы. Татьяна Вахнина, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдан.